Для этой интеллигентной, образованной, мудрой и безумно обаятельной женщины русский язык и литература стали смыслом жизни и определили ее профессиональный путь. Вот уже полвека Мария Петровна Жигалова занимается изучением этих дисциплин, даря вместе со своими лекциями слушателям понимание русской культуры и русской души. На ее счету более 300 научных трудов, более 40 из которых – монографии и учебно-методические пособия. Это книга о роли и значимости гуманитарного образования в нашем мультикультурном пространстве не только Белоруссии, но и других государств. Достаточно сказать, что свои отзывы о трудах моих прислали ученые из 10 государств мира, в том числе из Румынии, из Ирана, из Германии, Украины, Белоруссии, Польши и так далее. Поздравить Марию Петровну с выходом очередного издания пришли многочисленные коллеги, ученики и студенты. Для Российского центра науки и культуры Мария Петровна Жигалова – это своего рода посол русского языка в мире. Ее активность и деятельность всегда были направлены на реализацию главной мечты, чтобы как можно больше людей узнали о самобытной культуре и истории русского языка. Мария Петровна преподает. Ее лекции с успехом проходят не только в Беларуси, но и в Польше, России и Таджикистане. На нее равняются. У нее, как у грамотного словиста, ищут поддержки и наставничество молодые педагоги. Это человек, который сделал себя сам, достиг таких высот в профессиональной деятельности, в научной деятельности. Это профессор, известный, ну, по большому счету, по всему миру. И вы знаете, я хотела бы особо подчеркнуть, что недавно мы с ней об этом говорили, что я бы назвала ее послом русского языка, послом русской литературы. То есть она несет вот это русское слово не только в пределах России, Белоруссии, она преподает очень много в Польше, она также преподавала в Таджикистане, и везде она несет, доносит до учащихся, до всех, кому интересна русская литература и русское слово, свою позицию, свое мнение, свои научные труды. У нее более 300 научных трудов, представленных тоже в разных странах, переведенные на разные языки мира. Презентация издания «Под звездой великого Пушкина» Марии Жигаловой и совпало с открытием вернисажа соотечественников, проживающих в Польше. Яркие полотна раскрывают особенное трепетное отношение к русскому миру и культуре. Кстати, вход на вернисаж бесплатный. Пробудет выставка в городе до конца октября. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.